Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня я вот не накрашенная, покажу вам буквально себя, чтобы вас поприветствовать, чтобы вы хотя бы мельком меня увидели. Почему, сейчас я поставлю камеру, почему решила снять это видео? Видите, тут у меня бардак мой женский. Покажу вам, что я вот все это лежит не просто так. Все это ждет как-то, в общем-то, каких-то новых съемок, чего-то такого. Целый ящик у меня вот есть. Даже фаворитов собрала за 2015 год. Но, в общем-то, пока все заморозила. Что вам хотелось сказать мне? Отмалчиваться, я думаю, что смысла нет, потому что вы пишете, вы неравнодушны ко мне, поэтому я тоже не имею права так просто игнорировать ваши комментарии. Не хватает у меня терпения и какое-то хотя бы оправдательное видео вот я решила для вас снять. Это видео, конечно, для узкого круга, именно для моих, так скажем, друзей на YouTube. Просто хочу сказать спасибо всем неравнодушным к моему каналу. Вы мне очень близки стали за большой период времени, сколько я уже снимаю видео. Вы для меня как лучшие друзья. Даже когда кто-то из вас не пишет мне комментарии, мне становится немножко грустно. Я как-то начинаю... В общем, не буду про это, в это углубляться. Я знаю, что сопли не все любят, но видео специально вот для тех людей, которые на самом деле ждут мои ролики и хорошо ко мне относятся. Вот. Весна для меня не самый легкий период. Рассказывать вам о своих слабостях, значит, признать поражение. Но я как Дон Кихот борюсь с ветряными мельницами. И не сгибаясь, в общем-то, стараюсь. И, слава Богу, пока на коне. Ничего вам не могу обещать по поводу... Вот как пообещаю, не получается. По поводу постоянных выходов моих каких-то новых роликов. Много вообще есть чего снять. Вот. Но давайте сделаем так. В общем, как получается у меня, так я снимаю. Как меня нет, это не значит, что я не хочу, ленюсь и забыла о вас. И мне стало все неинтересно. Просто... В общем-то, у меня нет возможности. Вот так. Давайте как-то так я вам скажу. Вот, потому что, еще раз повторюсь, весна для меня не самый легкий период. Что поделать? Все меняется в этой жизни. Раньше для меня весна была намного красочнее. Как-то больше сил у меня было. Сейчас я весной сплю, только сплю, вот, и люблю осень, стала любить очень осень, прям как Пушкин. Осенью у меня вдохновение, я оживаю, и вот как вот у него в строчках, и с каждой осенью я расцветаю вновь, здоровью моему полезен русский холод, к привычкам бытия вновь чувствую любовь, чередой слетает сон, чередой находит голод, легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизни полон, таков мой организм. Ах, простите мне, извольте мне простить ненужный прозаизм. Да, немножко Пушкина, своих стихов. Знаете, я уже где-то, наверное, год не пишу, я не знаю, что со мной. Я начинала одно стихотворение, я помню даже... Оно мне так
Вообще у меня стихи пишутся сразу, но тут как-то так получилось, что не получилось. И вот у меня только осталось одно. Прокуренное солнце с горизонта устало смотрит в бездну чистоты. «Мы обязательно вернемся», — сказал мне ты. И, в общем-то, ну там, это все воспоминания о море были. Так я ничего и, в общем-то, его... Практически оно дописано, но что-то как-то мне оно забраковало, я его. У меня это редко бывает, но вот с этим стихотворением как-то так. Может быть, расстроилась, потому что прошедшим летом я не смогла съездить на юг в связи с переездом. Ну, в общем-то, вот так. Ну, вы знаете, было приятно с вами поболтать так в одну харю, так скажем, да? Плохо говорю. Вот, ну как-то что-то это немножко так разнервничалось. А, вроде бы никого рядом нет, одна камера и я. А я всегда так, не знаю, ответственно к этому отношусь. Поэтому какие-то мысли все в кучу. В общем, ладно, моя болтология, надеюсь, вас не очень сильно утомила. Если кого утомила, пардон. И вообще... Девчонки и мальчишки, я с вами, вот ей-богу, всегда читаю ваши комментарии, не всегда отвечаю, потому что этот дурацкий iPad стал вообще глючить, невозможно ответить, то перезагружает сразу ту страницу. Там вообще, я даже в Google AdSense не могу зайти, в общем-то, я не знаю, то ли у меня iPad уже старый, то ли я вообще не знаю, что. Так что, вот, извините меня за все. И надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.